Во время торжественного мероприятия, посвященному Дню флага, к участникам велопробега с речью обратились первый заместитель главы Татарского района Вадим Валерьевич Носков, председатель Совета депутатов района Александр Иванович Шмаков и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Равильевич Умирбаев. Маршрут велопробега начался на площадке РДК «Родина», а финишировал на лыжной базе «Березовая роща». Там, на конечной точке пути, велосипедисты торжественно подняли наш бело-синий-красный флаг и исполнили гимн России. Организатором мероприятия выступал молодежный центр Татарского района. Стоит добавить, что в этот день подобные акции прошли и в сельских поселениях.